Мы сегодня купили машину наконец-то. Это заняло каких-то 5 дней у нас. Вот. Съездили обратно в Италию. Купили там палатку, спальники, коврики. Ну, все вот это вот туристическое, бродяжническое. После этого вернулись в Изолу. Вот, к нашей подруге уже, к Ларе. Зарядить все наши девайсы. Залить серию для вас. И сегодня ночью нам предстоит поиски места под скемпинг, наверное, так это назовем. Будем разбивать палатку. Мы купили крутую палатку, которую не нужно вообще собирать. Вот бросила она сама, в воздухе собралась. Вот, будет классненько. Вот, кстати, на том берегу Италия, если ты не знал. Вот. Я сейчас наведу, оп. Ну, он светится там, короче. Угу. Это Италия. А мы в Словении. А еще я немножечко воспользуюсь служебным положением и передам привет своей любимой девушке. У нас сегодня полгода. Это срок. Такое терпение не каждому дано. Сашенька, я тебя очень люблю. Спасибо тебе, что у меня есть. Пересекли хорватскую границу. Так. Без сучка, без задоринки. Он не мог поверить нам, что мы едем без всяких illegal items. Наверное, в Словении надо было что-то взять. Что-то мы затупили, да? Мне нужен ободок. Какой? На волоса? Ободок на волоса, потому что я загораю, как обычно. Вот так. Оп. Хорошо. Нужно сейчас найти и не забыть об этом. И нож, и соль. Нож и соль, да. И, ну, когда у тебя есть ободок, нож и соль, ты можешь делать все, что угодно. Ну, короче, мы сейчас в торговом центре зашли в гипермаркет, типа Ашана, и покупаем продукты, чтобы выживать в палатках. Живем. Да? Угу. Завтрак. Завтрак? Да. Два часа дня. Вас. Это вот этот вот светленький, это ты на бигере. Да, да, да. Все уже прыгнули. И я такой, ты как вы это делаете? Я хотел поговорить с вами о сыпучести продуктов. Из багажника выгреб следующие предметы. Та вот эта вот морская соль, которая, она не морская, которая, казалось бы, должна быть смешана с водой непременно. Дорогой, она должна быть смешана с водой, не у нас в багажнике, ребят. То есть, как бы, кто-то очень аккуратно положил вот эту вот соль. В удобной упаковке. Кверху ногами в пакет. Кверху ногами, аккуратно. Ну, слушай, у нас нет варианта, она сама будет просыпаться. А видел у нас какая машина? Александр. Ну давай просто насыпем туда на багажник и будем из нее брать щепотками. Александр, скажите, а про горчицу вы ничего не хотите спросить? Ну я просто... Горчицу последнюю не я брал. Это хотел бы обсудить я, да, кто-то злостно не закрывает горчицу, он прикрывает крышечкой, типа она закрыта, и когда мы кладем горчичечку в багажник, бэм, горчица открыта, вот что я чувствую в этот момент. Алярма. Это очень неприятно. Глеб, такой аристократичный помидор. Глеб, ну это же... Давай помогу тебе помыть этот помидор. А они все мытые.
Они мытые в воде, которая вытекла. Палатки собрал там. Она... Да ладно, я тебя умоляю, он мытый. Он лежал между палаткой, спальником и балалайкой. Сверху был этот самый коврик. На муравейнике он лежал. Да чистое там все. Не в пакете, он просто лежал. Я знаю, я его туда положил. Ну что, поехали в Хорватию. Нашли дорогущее место с кемпингом. Поселились здесь. Здесь все очень круто. Все есть. Wi-Fi. Помыться можно. Побережье прям тут. Отличные виды. Замечательный. Тенек. Копейки стоят. Ну стоит, правда, очень неплохо. В Хорватии уже дешевле. В Хорватии уже дешевле, чем в Словении. А в Словении дешевле, чем в Италии. €60 За что? На 10 часов взять такой крутой катер. Со стеклянным дном? Со стеклянным как? 260 за 10 часов? За 10 часов, считай на сутки взять катер, 260 €. Короче, в Хорватии первую ночь мы провели в городе Пула, в кемпинге. Плюс еще мы там забыли зарядку от фотоаппарата и два аккумулятора поставить. В итоге у нас остался один севший, и фотоаппарат легко превратился в кусок металла просто. Зато потом мы проехали где-то километров 600, остановились на полуострове Тисна. Там на нашу удачу проходил музыкальный фестиваль. С 1 по 9 я успел рассмотреть июля, он проходит. Там британские какие-то диджеи выступают. Тоже бешеных денег стоит вход, 350 кун, 120 кун с человека. Кемпинг, то есть место для кемпинга тоже с человека по 120. Мы, конечно, такие деньги заплатить не могли, мы припарковались рядышком, нашли дырку с саней. И через дырку все туда сделали себе бутафорские браслеты. У нас нет 3,5 тысячи рублей с каждого за входной билет. И, в общем, нелегально проникли туда. Притащили туда палатку, разложились. И отлично, да, бухали с молодежью, весело вообще.
слушали диджеев британских каких-то. Ты унизил несколько британцев. Ему подходят девочки, из-за акцента не понял, переспросил, типа, in English, please. Она выругалась, как по-английски, и ушла. Вторая тоже что-то пришла, там спросила, типа, почему вы вдвоем там или в белом. Спросил тоже, do you speak English? Она сказала, что она из Англии, и развернулась, ушла. Give you free will and chance. You got to want to succeed.